Здравствуйте, уважаемые любители бильярда. Я рада приветствовать вас на этом выпуске «Бильярда по любви». Больше 2 лет назад мы уже снимали прямой эфир с Дианой Мироновой. Он набрал очень много просмотров и получился, на мой взгляд, интересным. Но прошло больше 2 лет, и я думаю, нам снова есть о чем поговорить. Диана, привет. Привет. Спасибо, что ты пришла. Расскажи, что ты вообще делаешь в Питере? Я очень люблю Питер, люблю приехать сюда, погулять. Даже несмотря на вот эту такую холодную достаточно погоду, обычно всегда в Питере намного ветренее, чем в Москве, но в этот раз Питер меня встретил такой сухой, хорошей погодой, что можно, в принципе, даже спокойно и погулять, и что-то посмотреть. Каждый раз здесь что-то новое тоже строится, старый красивый город. Вот, и когда ты мне предложила записать это интервью, думаю, конечно, почему бы нет, была очень рада. Основное событие, которое прямо сейчас происходит, это Лига чемпионов. Ты в своем первом матче выиграла Азиза, но давай сначала просто про турнир. Как тебе новый формат, который в этом году? Непривычно. Очень непривычно играть, когда именно ограничен матч сам по себе, и нету даже какой-то конечной партии. Да? Там, допустим, если бы даже поставили до 5 побед, и ограниченный матч там в 1:10, это было бы более понятно, нежели когда ты в нон-стопе играешь партии. То есть, вот, допустим, мы даже с Азизом сыграли матч, я забила вроде как последний шар, но я шла на свое кресло и как бы думала, что мы продолжаем, а оказывается, время закончилось. То есть, как бы все, матч окончен. Не хватает конкретно для бильярдистов вот этого табло времени, да, чтобы мы тоже понимали, сколько осталось, там, бегать возле стола, не бегать, вести саму по себе тактику игры, какую вести, активный бильярд или такой, наоборот, более закрытый. Вот, конечно, это непривычно, но на самом деле, сколько раньше было, наверное, непривычно и ограничение времени на удар. Да, сейчас вот у нас есть тайминг 35 секунд, плюс вот эти страшные звуки, которые сбивали тебя с удара, сейчас они не то что не сбивают, ты уже не замечаешь, ты уже четко играешь в этом времени и никаких проблем. Как ты готовилась к матчу с Азизом? Ну, я, в принципе, ко всем, наверное, играм, турнирам готовлюсь одинаково. То есть у меня стандартная такая тренировка. Вот. Не могу сказать, что прям что-то особенное. С Азизом я очень много, в принципе, провела тренировочных игр. То есть мы где-то на протяжении года вот в бильярдном клубе Кутузовский, где тренируется Азиз, мы тренировались, спарринговались, и это было вот реально где-то неделями, да, там 5 раз в неделю мы с ним тренируемся, там 5-6 часов мы спарингуемся, причем во все игры. И в Сибирку, и в Невскую динамичную пирамиду, и в Американку. И, кстати, очень много даже в длинную играли. Так что мы, конечно, друг другу очень хорошо знакомы. Может быть, поэтому у нас такие с ним матчи получаются достаточно яркие. То есть мы даже, возможно, воспринимаем там друг друга, как будто вот мы в тренировочном процессе. Да, вспоминаю твой предыдущий матч с Азизом, когда ты проиграла в контре и вела. Ну, согласись, яркий матч. Очень яркий матч, конечно. И тут хочется спросить, что вот в этом матче, когда ты Азиза выиграла, какие у тебя были ощущения, ну, кроме радости? Ну, мне объективно, мне же повезло. Вот был переломный момент, да, счет 3-3, и Азиз на серии, я как бы уже ждала там 8 ския, мы все прекрасно помним. И вот этот свояк, который просто, я не знаю, ну это какое-то чудо. Может быть, так должно быть, как у нас там, да, принято говорить, что вот именно в этот момент он должен был застрять. И получилось так, что я забила 8 ския, и уже 4-3 не в его пользу, а в мою. А это такой психологический уже перевес, конечно, когда особенно еще время вот так вот тикает. Вот. И потом просто неудачно разбил, ну, крайнюю партию, да, я, конечно, считаю, что хорошо разобрала. Ну, а до этого удача повернулась ко мне лицом. Но в тот же момент был у нас такой матч был всегда, вот такие качели. Я тоже должна была вроде повести 3-1. Да. Вроде хорошо разобрала позицию, 6 забила хороших шаров. И вот когда выбила прямой, ну, почти прямой, вот я играла с переводом от борта в угол,
И тоже вот упустила партию, сразу такой немножко провал. То есть здесь как бы то на то вот такие качельки. А как ты думаешь, ограничения по времени матча, кому из вас проще это было? Я думаю, что мне проще. Я, в принципе, играю быстро. Азиз, ну, насколько я его знаю, он так достаточно вдумчиво, то есть он каждому шару уделяет все-таки больше времени, обдумывая позицию. Поэтому думаю, что ему потяжелее, потому что тайминг пикал у него почаще на его ударах. Что ж тогда о Дастане говорить? Ну, кстати, Дастан достаточно быстро вошел вот в этот ритм. Не думаю, что он даже испытывал какой-то дискомфорт. А ты была на их матче Никиты Левады и Дастана Лепшакова. А за кого болела? Болела за россиянина, за Никиту, конечно. Угу. А какие у тебя были ощущения, когда речь уже пошла о золотом шаре? У меня был мандраж, честно, вот у меня было такое состояние, как будто вот я проживаю то, что они проживают на данный момент, да, я не играла ни разу, чтобы у меня был золотой шар, да, пока. Пока что, да. Пока что мне в этом плане повезло, потому что я такого не пожелаю, если честно, двоим бильярдистам, это, наверное, по эмоциям и вот этому накалу страстей, это самый такой тяжелый момент. Честно, я не ожидала. Никита вел 6-3, и времени оставалось, вот если я не ошибаюсь, то где-то минут 12. И я вот вообще не могла поверить, что Никита не выиграет ни одной партии, а Дастан успеет за это время сравнять и будут играть в золотом шаре. Если представить, что в этой же ситуации на месте Никиты оказалась ты, помнишь момент, когда стояла пара, сложное, когда можно было спокойно отыграться чужого. А Дастан вел, по-моему, 7-6 по счету. Вот, и Никита мог просто отыграться. И как бы ни закончилась эта партия, даже если бы Дастан забрал, то по времени уже бы не получилось выиграть. То есть по времени тогда не получилось бы доиграть это количество партий. Я поняла. Ты имеешь в виду, чтобы искусственно... как бы такой замедлить матч. Это даже как бы не искусство. Ну, такая то есть тактическая... оно бы получилось в пределах лимитов. Не, ну понимаешь, что таким... мы играем коммерческий турнир для телевидения, желая развивать русский бильярд. И все 8 игроков приглашенных это прекрасно понимают. Угу. И искусственно немножко вот так притормаживать матч, ну как бы вот в такую тактику уходить, ну... Сейчас бильярдисты все-таки не те, да, как бы все хотят играть в активный бильярд, быстрый. Плюс, надо сказать спасибо организаторам, они, видимо, учли этот момент и учредили приз за тот, кто выиграет больше всех партий. На данный момент мы как раз знаем, что это Никита Володин, который умудрился выиграть 9. Да, такой достаточно быстрый матч. Да, конечно, наверное, вот именно в той ситуации имело место быть, чтобы как бы поотыгрываться. Ну, как сказать, здесь такой, здесь даже момент не времени. Здесь, там позиция здесь сложная была. Здесь момент счета, ну, момент счета, да, как бы, какой смысл? Ты же, для тебя вот эта партия намного важнее даже, там, чем для Дастана, то есть для тебя победная она. Конечно, надо на нее выкладываться, и там, я бы, наверное, переигрывала, попыталась бы переиграть. Твой следующий матч с Никитой Володиным, как ты будешь настраиваться на него? Что-то будет отличаться от игры с Азизом, именно по настрою? Никита для меня очень сильный игрок, он постоянно тренируется. Я знаю, что он уделяет очень много времени бильярду, и... Его очень сильная сторона – то, что он стабильный. То есть, если будет открытая позиция, я, конечно, ну, буду понимать, что он вряд ли ошибется. Стабильность – это вот первое, это, конечно же, тренировки, это большая ответственность, да, с какой он подходит к играм. Он большой молодец. Но я, как всегда, буду стараться играть сама и использовать все возможные ошибки, если он мне такие предоставит. Какой твой прогноз, кто выиграет этот турнир? Я бы взяла Дастана. Ну, кстати, я бы тоже.
Проверим. В этом году ты стала 11-й раз чемпионкой мира среди взрослых. Да. Расскажи, каково, когда уже есть 10, есть много других турниров. Сейчас даже не начну перечислять все твои победы. Я думаю, зрители прекрасно знают. А как можно себя дальше мотивировать, тренироваться и не забивать на это дело? Но я в любом случае на данный момент не тренируюсь уже столько, сколько я там по молодости тренировалась. А мотивация очень простая. Не могу сказать, что у меня прямо она есть такая. Я просто люблю то, что я делаю. Я искренне очень сильно люблю бильярд. У меня нет такого, вот я там вышла на турнир, там такая вот эта тягость, снова играть, ну сколько можно уже, ну это уже вот здесь вот сидит, это так надоело. Вообще такого нет. Я выхожу вот поиграть, получить удовольствие. Да, я даже нервничаю, ты понимаешь, да, ну до сих пор. Это говорит только о том, что мне не все равно, мне это нравится. Но по конкретно чемпионату мира мотивация у меня одна все-таки есть. Я думала, что у меня больше всех титулов чемпиона мира за бильярдным столом. Но это не так. 12 титулов чемпионки мира у Рейн Эванс по снукеру. Поэтому мне как минимум за двумя я еще буду гнаться, чтобы ее перебить. А кто твои главные конкуренты? Все. Абсолютно. Я не могу выделить... Ну, я выделю на данный момент, потому что трудно сказать, сейчас с нами далеко не все бильярдисты. Очень много... Ну, вот если по международке брать, не хватает, конечно, сильных сборных. А в России... Элина Нагула и Екатерина Брыченко. Последний финал Кубка Кремля, который был в августе этого года, ты играла с Екатериной Брыченко. Кстати, да. Я его комментировала, и поэтому я его хорошо помню. А я переслушивала, ты знаешь. Сейчас, подожди. Мне было неинтересно пересматривать свой матч, но мне было интересно, что ты скажешь. И вспоминаю этот матч, ну, такого мандража, как у тебя был там, я не видела вообще давненько у тебя и, в принципе, ну да, у тебя. Про остальных мы сейчас все-таки не говорим. Он появился в процессе, в начале, или ты уже выходила на матч и уже, условно, с дрожащими коленками? Я выходила такой на матч. У меня не бывает, не появляется мандраж по ходу игры. Угу. Вот все зависит от моего настроя до игры. Как я выйду, вот я именно так и сыграю. В принципе, даже мой тренер Сергей Бауров, почему он мне всегда говорил, там, если я куда-то там уезжаю или его нет на матч, позвони мне. Вот это самое основное было всегда. Настрой на матч. И вот здесь, вот он меня вроде и настроил, он мне там как бы и сказал там нужные правильные слова. А я вышла, я еще достаточно много читаю комментариев, как бы там уже там все против меня, там туда-сюда, там все, Диана уже не та, новые звезды, я, конечно, безусловно, не против, но всегда же как бы хочется что-то доказать. А когда ты хочешь доказать, ты выходишь, и тебе страшно ошибиться, тебе не страшно проиграть, Катя очень сильно играет, это была бы достойная победа, честное слово, вот я прям от души это говорю. Но вот лично мне в тот момент, думаю, боже, какая ответственность. Там я взвалила на себя на тот момент столько. И, конечно, это был, ну, для меня одна из таких моих худших игр. Просто Катя тоже сыграла весь турнир на таком высоком уровне. А выйдя со мной в финале, с ней тоже что-то случилось. Потому что она тоже не в свой бильярд играла. Плюс стол отличался. Единственное, кстати, что меня спасло в этом матче, я изучила стол до игры. И вот эти бортовые такие чужие, которые забивались абсолютно спокойно на всех столах в зале, ты прекрасно это знаешь, сама играла, то центральный стол финальный был строже.
И такие шары там не падали. И я это проверила. И Катя забивала все до финала. А вот в нашем матче не забила ни одного. Вот там где-то было 4-5 ударов, которые, на мой взгляд, кстати, были и ключевыми. Угу. Ну вот в каких-то моментах. Какие у тебя были впечатления, когда ты пересматривала этот матч и переслушивала, что я там говорю? Как со стороны, в отличие от ощущений в моменте? Вот так вот. Рука лицо. Потому что, когда я пересматривала, как я бью, то есть я столько работала над своей техникой, да, а тут у меня вот такие там какие-то дрожащие удары. Думаешь, боже, как это происходит, да, что ты все выполняешь всегда так идеально. Но в каком, вот бывает день, момент, да, и ты выходишь, и у тебя ощущение, что у тебя руки отняли. Ну, я думаю, что это абсолютно каждый спортсмен в своей карьере испытывал. Меня поймут. Угу. А когда был перерыв, у тебя получилось перенастроиться как-то? Или вот весь матч таким и остался напряженным и зажатым? Мне еще очень тяжеловато играть при такой температуре, которая на тот момент была в зале. Да? Кондиционеров не было, на улице плюс 36. Мне всегда как-то хочется выйти на улицу, да, и ну, прям сделать несколько там таких вдохов, такого свежего воздуха. А тут ты понимаешь, что ты на улицу выходишь, тебе плохо. Ты в зал приходишь, тебе еще хуже. Ну, только ледяная вода, вот. Немножко привела в состояние. Да, как бы я и с тренером тоже поговорила. И, в принципе, после перерыва-то я нормально сыграла. Единственное, что меня подвел свояк, да, я с разбоя Катя не забила. Я забила шар, и я не забила вот как раз свояка с подбоем, как Азиз мне. Только у меня, правда, не застрял, но, честно, я не поверила, когда его не забила. То есть, как такое произошло. Получила тогда 8. Ну и снова там просто как бы удача тоже повернулась в какой-то момент ко мне там лицом. У меня с разбоя упал случайный шар. Вот. И, конечно, в контровой партии это огромное преимущество. Да, в комментах об этом, конечно же, много писали, ну, да. Поверьте мне, дорогие друзья, не только у меня падают такие шары. И это, как говорится, госпожа удача, она склонна переметнуться, как палочка в Гарри Поттере, знаешь, там, если ее не удержать. В этом матче сложилось так, пройдет еще там куча матчей и будет совершенно иначе, так что посмотрим. А каким вообще для тебя стал этот год? Ну, самым интересным, наверное, переломным, я бы так назвала, переломным для себя. Смена тренеров, смена техник, разные психологические состояния, даже отношение к бильярду и отношение к соревнованиям. То есть здесь очень, очень много факторов. Если ты помнишь, то этот год для меня начался вообще не самым лучшим образом. То Помню. Есть три крупных турнира, все были в призах, но ни одной победы. И у меня был такой момент, что я думаю, ну, как бы все, на этом, наверное, конец, и ну, надо уходить. Вот я была на таком пороге, я говорила, что чемпионат мира в Киргизии будет для меня, скорее всего, последним. Но этого не случилось. Это был как раз... В этот момент я помню, что мы немного в ссоре были с Сергеем Бауровым. Он мне позвонил после Кубок мэра, да, который вот был. В мае? Да, я как раз Катя Брыченко проиграла полуфинал. И вот прошло буквально там пару дней, и Сергей мне позвонил и сказал, ну, тебе как бы не стыдно? Ну, сказал мне там пару ласковых как бы слов и говорит, ну, приезжай, говорит, хоть поговорим. Я приехала, мы не разговаривали, мы сразу начали тренироваться. То есть было это вот так. И он меня спросил, вот ты сама чего как бы хочешь? Я говорю, 10-кратной хочу стать. Ну, то есть у меня вот это была прям моя цель. Я очень давно шла к цели
стать 10-кратной. И он сказал такую фразу. Ну, я думаю, что он рискнул, конечно, очень сильно. Он говорит, я тебе обещаю, что ты выиграешь 10-й чемпионат мира. Угу. Я думаю, ну, хорошо так обещать, когда их три. Но обещать не значит жениться, как мы знаем. Ну, как бы да, там. Ну, он говорит, не, ну, один-то ты угадаешь. Хотя, говорит, это не точно, уже тогда меня смотрел. И, конечно, к Киргизии мы готовились очень много. Каждый день по, ну, часу, ну, часа по 4-5 так мы готовились. И Киргизию я сыграла на очень высоком уровне, но у меня был все равно провальный достаточно финал, но в плане игры. То есть очень сильно проведенные начальные стадии, полуфинал. И вот прям на очень среднем, даже чуть ниже среднего, финал. Я все равно это скидываю как бы на такое вот состояние, что ну вот снова я близко. Снова вот близко я к своей там заветной десятке. А, ну и опять же таки, да, смотри, вот я не первый раз сегодня говорю про удачу. Когда Элина не забила с руки, это, безусловно, удача. Особенно в той открытой позиции. Ну, тоже, она тоже человек, как бы, может ошибаться. Вот в этот момент она ошиблась, ну, а я смогла забить 8. Вот ту радость, которую я испытала в тот момент, я не испытывала ни на одном своем чемпионате мира. Вот это правда, вот это искреннее счастье, радость. Но после этого я так успокоилась. То есть меня немножко как бы так подсошло. То есть и к чемпионату мира в Югорске, ну, Сергей, наверное, не даст соврать. Ну, может быть, раз я появилась там в бильярдной. Он мне все время говорит, почему ты не тренируешься? Я говорю, зачем? Я говорю, я в форме. Точнее, нет, я говорила даже, что да не, не в форме. Он говорит, а, ну, тогда, в принципе, можешь в призах оказаться. Всегда, мы всегда очень смеялись, что когда вот я была в лучшей своей форме, я всегда играла ужасно на турнирах. Когда я вообще не в форме, показывала хороший бильярд. Вот насколько важно там выходить, наверное, на пик в самом турнире. А вот ты говоришь, что этот год стал переломным. Но мне кажется, по тем событиям, которые я знаю, что все-таки предыдущий год стал более переломным. То есть ты ушла от Сергея к другому тренеру, ты открыла свой магазин. Такое, ну, абсолютно новое направление, чем ты раньше не занималась. Потом ты присоединилась к команде «Принц». То есть за короткий промежуток времени достаточно много событий. Вот давай про каждое. Это знаешь, как называется? Ну, скучно жить. На одном месте не сидится. Вот я пытаюсь сейчас посчитать, сколько вот с Сергеем мы вместе тренируемся. Я пришла, когда мне было 11 лет. Значит, 15 лет. Ну, так, если вот по сей день, да, мы общую возьмем 15 лет. Но в последние вот годы у нас немножко вот пошли такие вот прям стычки. То есть мы спорим над позицией, мы спорим там над психологией, спорим над игрой. В какой-то момент мы очень сильно разругались в этом плане, да. Я сказала, я больше сюда там не приеду. Ну, как и там бывает там во многих, да, историях, там, ну поругались. А у меня плюс что-то там в моей голове пошло таким образом. Мне там всегда хотелось что-то новое для себя узнать. Я хотела изучать технику, именно изучить, да, как я там что-то делаю, что-то новое себе добавить в арсенал своих ударов. Я постоянно учусь. То есть, если я буду стоять на месте, я начну деградировать просто для бильярда. Мне всегда нужно что-то новое. В тот момент, ну, мой приход там к Алене Ивановой, на самом деле, это так получилось. Это я не целенаправленно туда шла, да. Я просто тренировалась в бильярдном клубе «Модус Вита». И Алена тренировала там за соседними столами и по сей день тренирует. Вот, и
какой-то я совет, помню, у нее спросила, и вот таким образом она меня начала тренировать, да, то есть обе, как говорится, там не заметили. Я не могу сказать, что она мне там чего-то не дала, нет, она на самом деле рассказала очень много мне по психологии, даже по технике. Единственное, на тот момент она настолько много мне рассказала, что мой мозг вскрылся, то есть я там перестала понимать, что я делаю вообще за столом. То есть я должна подумать там о ногах, о руках, о голове, о руке, ну, в общем, все вместе. То есть то, что полностью отсутствовало там, допустим, у Баурова, да, он никогда не засорял мне мозг, то есть вот что дано, так и делай. Ну, я решила как бы в это, в принципе, сама вписаться. Это было интересно на тот момент, но это дало на тот момент, как сказать, много поражений, да. Ну, когда ты что-то меняешь, изучаешь, в любом случае это сильный спад. И я в какой-то момент я поняла, что я просто стою на месте. Ну, то есть даже изучая вот это новое, я не то что на месте, я даже немножко откатываюсь назад. И, конечно, в этом плане потом меня уже восстановил именно Сергей. К Алене у меня никогда не будет там претензий. Она хороший человек, хороший тренер. Она мне очень много дала. Но так как меня знает и понимает тренер, который работал со мной с детства, конечно, тут не может быть других вопросов. Он сказал два слова, и как бы я, можно сказать, воспряла духом и знаю, что мне делать дальше. Ну вот обсуждаемая история была, когда, ну, наверное, как раз это после того, как вы с Сергеем разругались, когда ты тренировалась в «Легенде», потом уехала на какой-то турнир, я не помню, что это было, там чемпионат России, может быть, или Кубок мэра. Вот, и ты чемпионат его... мира, если я не ошибаюсь. Я помню, что весной, наверное. Чемпионат да. мира 9-й, это мой, ну, для меня 9-е золото было в Ханты-Мансийске в 21-м году, да, и я поблагодарила тогда Алену. Да, и ты написала пост, в котором ты только Алену поблагодарила. Это моя ошибка, с моей стороны вообще было неправильным. С моей стороны было неправильным, как сказать, переходить вот здесь... на личные взаимоотношения, да, то есть вот это неправильно. То есть если уж благодарить, то благодарить всех. И я никогда не хочу забывать и своего самого первого тренера Евгения Маркова, от которого и началась, да, моя... Вся эта эпопея. Вся эта эпопея, да, да, именно так. Он ставил мне стойку, технику, мы тренировались, и никогда не забуду, как вот произошел момент, когда он подходит, он подошел к моему отцу и сказал: «Ильдар, нужно найти кого-то посильнее. То есть я, говорит, здесь уже ничего не дам, ей нужно расти». Это достаточно такие вот... Ну, это сильный человек. Ну, конечно, это дорогого стоит, да, признать, признать, уже тебе ничего не даст. И, по сути, он таким образом-то, отец тогда и начал искать мне тренера. И вот попали мы в бильярдный клуб «Гладиатор». Но изначально я тоже попала к дяде Жене Маслову, царство ему небесное, и к его сыну Георгию Маслову. И вот месяц протренировалась у них. И вот Жора, он должен был меня тренировать. Но он сам играл на турнирах. И то всего раз там на тренировке нет, два нет. А Сергей Бауров как раз у него была вот тогда еще очень-очень маленькая школа по выходным. И получается, ну, говорит, ну я его заменю, ну я его заменю. А потом мне отец подошел к Сергею и сказал: может быть, ты уже будешь ее тренировать. Дорогие друзья, поддержать этот проект и поучаствовать в создании нового контента вы можете, перейдя по ссылке в описании под этим видео. Оставьте любую комфортную для вас сумму, и следующие выпуски будут выходить чаще. И возвращаясь все-таки к этому времени с Аленой Ивановой, вот было много разговоров про то, что, ну, она пиарится за счет тебя, потому что... ты не выросла за этот год никак, и наоборот, твои результаты стали падать. Вот
по сравнению с тем, что ты узнала, как ты говоришь, там, в плане психологии, там, ну, может быть, анатомии и чего-то еще, что важнее все-таки? Важнее всего просто человеческие отношения. А здесь, к сожалению, тоже произошла ситуация, при которой мне также было обидно. Я считаю, что я Алене дала не меньше. Это мое вот мнение, я от него не откажусь. То есть работать с таким готовым спортсменом, как я, это тоже большая удача. На мне она могла также воспитывать и своих молодое подрастающее поколение. Но то, что я слышу, мне также обидно. То есть, когда я выиграла 10-й мир, рассказывать людям, что я как бы сделала Миронову, но давайте посмотрим правде в глаза. Я пришла 8-кратной. Да, я пришла получить что-то новое. Да, я для себя это получила. Но мы друг для друга сделали. И вот если просто честно посмотреть на эту ситуацию. Я сделала для нее, она сделала для меня. Все, как бы здесь, почему пошел уже такой разговор, как бы, что там я предатель и все остальное. Я не знаю, но каждый человек смотрит там со своей стороны. Может быть, когда-нибудь она свое мнение поменяет. А когда ты возвращалась к Сергею, у вас был какой-то разговор с Аленой в смысле? Нет. Примерно в то же время ты перешла в клуб «Принц». Опять же, лично вот мое мнение, что ты и твое там присутствие, и твои какие-то там спарринги со спортсменами намного лучше для клуба, полезнее, ну, для команды, может быть, не для самого, да и для пиара клуба тоже, чем тебе самой. Вот что это было вообще за решение? Да так, попиариться. Или попиарить все-таки? Не, ну и попиарить. У меня очень хорошие, дружеские и по сей день остаются взаимоотношения с Ольгой Прохоровой. Я считаю, что она тоже человек, который сделал для бильярда очень много. Мы сами выросли на бильярдных турнирах «Принц». Их проходило очень много и с большими призовыми фондами. На самом деле, вот мы как бы так немного поработали. Там, я помогла, поспарринговалась с детьми, там, с «Принцем». Побыла их частью. Ну, сейчас, конечно, нет, но при этом мы всегда сохраняем очень такие дружеские, теплые взаимоотношения. Сказать, что там как-то я это специально там сделала, не специально. Да нет, это такая больше дружеская история. И в то же время, опять же, ты, наверное, самое такое новое для тебя мероприятие, которое было, это открытие магазина под твоим брендом, кии, бильярдные аксессуары и вот это все. Вот как тебе вообще эта деятельность такая? Ну, назовем ее предпринимательской. Я тебе скажу так, что, наверное, каждый должен заниматься своим делом. Мое дело все-таки спортсменом быть. Но это такой очень хороший опыт в любом случае. Я начала еще больше разбираться в киях, потому что у меня была политика такая, что каждый кий, который выпускаю я под своим брендом, он полностью проходит вот через мои руки. То есть я приезжаю в мастерскую, я смотрю, как он собирается, я его тестирую. Если он мне не нравится, его либо переделывают, либо делают новый. Но соперничать с магазинами какого-то большого масштаба, ну, конечно, нет. Ну, это вообще разные вещи. Но в любом случае кии, эксклюзивные кии своей марки я оставлю. Сейчас я возьму небольшую, наверное, паузу в этом вопросе и, может быть, придумаю даже что-то новое. Ты довольна, что ты сходила в эту сторону? Ну, почему нет? Я бы еще в какие-нибудь стороны сходила для кругозора. Ну, потому что это много времени занимает. У меня это заняло очень много времени. Конечно. На самом деле, когда я этим занялась, вот прям первые там 3-4 месяца, я вообще забыла, что такое для меня самой потренироваться. Потому что все полностью там под своим же контролем.
И я понимала, что я думаю, господи, зачем? Зачем я в это вписала? Зачем мне это было нужно? Но это все равно, я говорю, опыт. И я вообще ни разу об этом не жалею. Я познакомилась с очень многими новыми людьми. Я разобралась еще больше в деревьях. Какие балансы, веса собирать, какие протачиваются. Причем я работала сразу с тремя мастерами. И у каждого свое видение. Я бы никогда не подумала, что это возможно. Ну вот, у каждого свои технологии. И это было тоже очень интересно. Ну вот тогда, чтобы заниматься там и магазином, и раскруткой себя, у тебя появился МД-7, такой прям бренд-бренд, и его развитие, но для этого нужна была команда. Сколько у тебя человек было? Двое. Всего лишь? Да. Мне кажется, был еще один человек, который занимался, ну, какими-то, может быть, съемками, Инстаграмом. Человек, это все делали два человека. Диана и Дмитрий, они как муж и жена, вот мы все вместе общались, дружили. И... То есть, по сути, на их плечи в тот момент вот так вот бильярд вот так свалился. Но они не только очень быстро, на самом деле, начали разбираться, потому что вот научить человека, который, в принципе, к бильярду там не имеет отношения, сказать, вот это кий, вот это такое дерево, это такой баланс, это должно быть так, это должно быть так. То есть, ну, не знаю, я бы вот так вот, наверное, смотрела, думаю, ну, о чем она говорит. Они разобрались очень быстро и работали все слаженно. Как сказать? И все это действительно делали вот два человека. Видео, фотографии и вот все, что там было, да, в моих там контентах. И также вот мое интервью, да, о себе, это полностью сняли они. Мой вопрос не про них. У тебя мелькал в кадрах в то время человек, который раньше работал у Сергея. И в его магазине. Вот ты наверняка знаешь, что они, ну, мягко говоря, не очень хорошо разошлись. Конечно, знаю. Я сама попала в точно такую же историю. Вот. И мне интересно, как, зная вот эту историю, ты его позвала к себе в команду? Я не знала на тот момент историю эту со стороны Сергея. Понятно. Тогда мы не общались, и как бы я услышала другую версию. Ну, сама понимаешь. Ну, да. В итоге мы разошлись с ним примерно так же, как и Сергей с ним. Вот такой он бильярдный мир. Да. Хорошо, то есть, получается, прошел вот год, у тебя был магазин, спортивная деятельность, которая на паузу встала, и ты не общалась с Сергеем в это время. Вот я помню, как на последнем кубке мэра Москвы, который был в этом году, как вы с ним поговорили тогда на улице, вот, и потом, после этого, ты оказалась в легенде. С чем ты, во-первых, вернулась? Ну, как понять, с чем? Ну, с каким букетом вопросов, я имею в виду в тренировочном плане, там, технических, тактических, какая основная была твоя проблема? Ну, мы много обсудили в плане, там, техники, но я не могу сказать, что он что-то исправил. Ну, вот, то есть, он говорит, а что здесь, не нужно исправлять, все в голове. То есть, я пришла именно с психологической проблемой, которую он смог решить. Вот. А так, чтобы мы сказали, ну, ты там играть не умеешь, ну тогда же что ты вообще делаешь в бильярде 20 лет? Ну вот, поэтому тут только по психологии больше поговорили. Ну, в любом случае, как ни крути, чтобы психологию, одной психологии мало, тренироваться нужно всегда. Вот мы тренировались, и я под конец года показала достаточно хороший бильярд. А когда ты вернулась в легенду, какие ощущения и чувства были спустя столько времени? Не знаю, ну такое, как домой, наверное, зашла. Ну, что-то вот такое было. Не было ощущения, что близкие родственники как-то не прыгают от счастья, что ты снова там? Я знаю, о чем ты говоришь. Да не, никто там не прыгал от счастья. Скорее, наоборот, наверное. Ну, я зашла как домой.
Ну, когда вот не прыгают отчасти, это вот я дома. Понимаешь? Я 100% дома сейчас. Ты допускаешь, что вот такая ситуация может возникнуть еще раз, что ты можешь как уйти, так и вернуться потом обратно? Да, допускаю. Допускаешь? Ну, уже допускаю. Хотелось бы затронуть еще одну тему. Вот глобально сильно девушек, играющих, профессиональных спортсменок, особо-то и не прибавляется с годами. И те, кто выступал раньше, они тоже уже перестают выступать. И вот конкуренции все меньше, и количество участниц на чемпионатах мира особенно вот все меньше. А тебя, конечно, чаще всего сравнивают именно с Элиной. И, ну, опять же, там есть много твоих поклонников и болельщиков, есть много ее поклонников и болельщиков. Вот, а на твой взгляд, какие у тебя сильные стороны и какие у нее, чего не хватает тебе? Ну, у Элины определенно психология и спокойствие. То, что, чем она просто, я думаю, всех уничтожает. В моем случае в плане игры, я думаю, что я в тактическом плане посильнее и в разборах позиций. То есть у меня чуть-чуть больше творчества. То есть у Элины игра такая, у нее очень хорошая кладка. И она обычно даже как-то, ну, я вот не вижу у нее, что ей нужно там как-то прям сильно разбирать позицию. То есть играть много по выходам. То есть она играет в более надежный такой бильярд. В этом, наверное, наша разница. Вот такая. Но она не очень глобальная. В любом случае у меня больше опыта. Ну, как ни крути, играю подольше. И мы много вместе тренировались. Она все равно много от меня взяла. Сергей много с ней работал. Но, безусловно, очень сильный спортсмен. Но я вот вижу потенциал, что она может еще вырасти. То есть она сейчас как-то особо не тренируется. Но если вот начнет... Думаю, она вот ей есть еще куда вырасти. У тебя была ревность к Сергею? Нет. Я очень хорошо помню, когда Элина первый раз приехала. Никогда не было, мы всегда как-то даже вместе тренировались. А кому тебе обиднее проигрывать, Элине или Кате Брыченко? Обеим. Ну, всегда обидно проигрывать. Ну, это... Часть, наверное, моего характера такого, то есть либо победа, либо ничего. Угу. Поэтому тут не имеет значения, кому, какой возраст, как играют. Я всегда только именно смотрю на себя, на свою игру. Поэтому всегда обидно. Но зато, если я проигрываю, для меня это прям сразу хоп и мотивация тренироваться. Значит, я где-то недоработала и чего-то мне не хватает. А для тебя есть разница играть с мужчинами-спортсменами или с девушками? Ну, конечно. Ну, это колоссальная разница. А, как сказать, в женском бильярде у меня все равно присутствует вот этот, вот как ни крути, ответственность и страх проиграть. То есть если я выигрываю, почему-то для людей это нормально. Ну, так и должно быть. Ничего, да? Особенного. Но если я проигрываю, я либо уже не та, либо вот прям вот, ну, совсем все плохо, все там конец. Когда я проигрываю мужчинам, на это даже никто не обращает внимания. Для меня это, безусловно, проще. Скорее, мужчинам тяжело со мной играть. Потому что они думают, ну, господи, хотя меня достаточно так уважают в мужском бильярде, но все равно я как ни крути, я девушка, да, и проигрывать девушке неприятно. Поэтому вот они зажимаются, а мне наоборот в кайф. То есть я могу там от вольного играть, показывать хороший бильярд. А когда ты обыгрываешь мужчин, ну вот, например, как сейчас Азиза, ты чувствуешь... Да, так и должно быть. Да, да. Вот что в этот момент чувствуешь по сравнению с женскими победами? Блин, ну что, я молодец. Ну, как сказать... Я радуюсь, я искренне радуюсь. То есть у меня даже, я говорю, в женском бильярде вот тут столько титулов, и их всех по несколько много раз, что уже как наверное, как к работе отношусь. А здесь для меня вот такая планка, да, которая все равно непокоренная. У меня есть, как сказать, в копилке
пару международных таких хороших мужских турниров побед. Есть Питер Оупен, который да, никогда помним. Не забудем. Да, третье место, это даже для меня это тогда было что-то просто невероятное. Я еще могла выиграть, но вот тогда не повезло. Вот. И вот сейчас, да, меня уже взяли на четвертый, да, кубок. Вот такой был Кубок чемпионов, сейчас это Лига чемпионов. И, ну, конечно, хочется выиграть. Вот хочется вот покорить эту планку. Я работаю для этого не только над собой и над техникой. Все, что вот можно для этого сделать, я стараюсь сделать. И так как у меня это тот титул, которого у меня нет, конечно, я за ним гонюсь. А кого ты мечтаешь обыграть? Не обязательно из участников Лиги чемпионов, а вообще на официальном турнире? Кожановского и Абрамова. Они мне не покоряются. Нет. Сергей и Йосик, берегитесь. Ну, поэтому они что-то мало играют сейчас. Ну, кстати, даже если вот про них, да, как про спортсменов сказать, ну, они кардинально отличаются от всех остальных. Там не в обиду будет сказано. И тоже вот на данный момент я вижу, как вот такие мощные спортсмены переживают спад, причем оба. Да. Да, то есть вот мы могли наблюдать там чемпионат мира в Югорске по такой замечательной игре, как «Свободная пирамида» с продолжением. И оба вот сошли с дистанции до четверки сильнейших. Я смотрела их матчи и понимаю, что вот именно сейчас они переживают, наверное, примерно то же самое, что я переживала либо вот в начале этого года, либо вот даже прошлый год тоже у меня такие вот качели были. Ну, посмотрим, конечно, как они будут восстанавливаться. Это тоже очень интересно. А кто для тебя самый сильный игрок? Рони О'Салливан. А кто самый талантливый? В каком бильярде? Да в любом. То он же. Просто мне вот Ронни не кажется талантом. А я считаю, что это супер талант, граничащий вместе с долгими упорными тренировками. Талант, я объясню свою позицию. У Ронни техника, вот сколько я смотрю снукер, если он выбывает с турнира, я больше турнир не досматриваю, мне неинтересно. Уникальная техника, уникальный человек – техника, которая подходит под любой вид бильярда. То есть, если мы возьмем того же Джада Трампа, он будет хорошо играть только в снукер. А если мы возьмем Ронни, то дайте ему 2 дня, он будет хорошо играть в русский. Дайте ему 2 дня, он будет обалденно играть в пул. Ну и, конечно, король черного шара, ну, тут ничего не сказать. И это талант. Это вот когда у тебя прям вот тебе дано играть в бильярд. Плюс, если мы вот посмотрим, да, но нету такого яркого, вот ты можешь назвать такого же яркого игрока в снукер? Нет, я тоже обожаю Ронни, но просто для меня талант — это, наверное, такая способность быстро восстанавливаться и как бы быстро обучаться. Вот что-то такое. А Ронни, когда он хоть немножко перестает тренироваться, он все-таки начинает проигрывать вот кому попало. Ну, он проигрывает не из-за того, что он где-то не тренируется. То есть там уровень понимания снукера просто запредельный. Он, для меня он уже больше как развлекается. Вот у него есть настроение. Да, тут согласна. Он покажет просто там какой-то сумасшедший снукер. Ну, вот сегодня он там не в настроении, ну и не буду. Как бы здесь скорее вот этот фактор играет роль. Посмотри, мы же увидели, что он выиграл 7-й чемпионат мира в своем там возрасте. И, ну, это если я не ошибаюсь. А я думаю, я не ошибаюсь. Вот, и это же показатель. Ладно, давай возвращаться от Рони обратно к тебе. Тоже одно из новых, может, я ошибаюсь, направлений твоей деятельности. Это сейчас всякие мастер-классы, гастроли.
Расскажи про это, как вообще, как так получилось? Да, я на самом деле всегда проводила. А, ты просто так об этом не рассказывала, так чтобы даже я знала. Просто мне понравилось вести контент и общаться с публикой, поэтому об этом знают, а так это всегда было. Что ты показываешь на мастер-классах? 15-ки я с первого раза. И что, всегда получается? Еще ни разу не ошиблась, представляешь? Да, что? Не представляю. Мне очень везет. Вот мне всегда везет на моих мастер-классах. Я разбиваю пирамиду и забиваю 15-ки. Хорошо. Это длится там 5 минут. А дальше что? Я играю. С желающими? Да, конечно, играю с желающими. Даю подсказки, как лучше ударить, какой шар. Мне задают вопросы. Я на них отвечаю. Кайфуешь от этих мероприятий? Да, да, мне очень нравится, особенно когда вот такая добрая публика. Угу. Самая тяжелая публика всегда была в Москве. Вот, вот не дать, не взять, это реально так, я вот заметила. Приезжаю в регионы, то есть для людей это прям радость, там, счастье. В Москву, ну просто, да. Ну и чё? Ну покажи. Ну ладно, ну покажу. Ну, как-то вот Москва очень все-таки избалована, наверное, на мероприятия, мастер-классы и так далее. Вот если мы возьмем регионы, ситуация, конечно, обстоит иначе. Сколько стоит тебя позвать на такое мероприятие? Минимум 100 тысяч. В зависимости от дальности региона. А, но у тебя какая-то определенная программа по времени уже готова? 2 часа. Тут напрашивается сравнение с Юрой Пощинским. Его расценок не знаю. Не, я не про расценки, я про У Юры другая программа, да, мы все прекрасно знаем. Трюковая. Трюковая, да, программа, которую он показывает уже, не знаю, наверное, лет 15, ну так, если я не ошибаюсь. Мы тоже много вдвоем ездили на мастер-классы, у нас даже был мастер-класс, он показал трюки, а я забила в тот момент 16 ския. Притом я забивала 16 ския, а Юра каждый мой удар комментировал громко в микрофон. Я думаю, господи, ну вот, вот сейчас я психологически готова уже, наверное, ко всему, да? То есть если меня там будут под удар исполнять, я это вообще не услышу. Абсолютно. Вот такие вот. Кстати, был самый такой веселый наш мастер-класс. Я до сих пор не выполняю его трюки. То есть максимум мой это там перескок, угу, который он делает. Ну, кии могу тогда положить на лузу, там самые быстрые, типа 8 ския. Вот. Ну, монетку, кстати, тоже, наверное, могу выполнить. Ну, я думаю, да, если ты захочешь, ты это заснимешь и выложишь. В принципе, можно. Не, ну, это эффектно, красиво. Как, по твоему мнению, дела у нас с призовыми обстоят? За первое место я просто скажу для зрителей, может быть, кто не в курсе. Почти на всех турнирах международных за первое место дают 200-250. Да. За первое место на чемпионате мира, Кубке Кремля и на прочих крупных турнирах, которых сейчас не так уж много. И даже мой вопрос, наверное, надо конкретизировать. Он не то, что там, как ты лично к этому относишься, а с точки зрения перспективы для молодых спортсменов? Ну, конечно, в плане перспективы для молодых спортсменов это плохо. Ну, так мягко говоря, плохо, потому что, чтобы, даже если мы возьмем мужской, да, бильярд сейчас, не будем женский брать, давай просто возьмем мужской, потому что мужчин все равно играет больше. Но при их конкуренции это сколько надо тренироваться, выйти на уровень, и чтобы стабильно добираться до этих призовых, не знаю, кому там душу надо продать. Это очень тяжело. При том, что ты потратишь там, ну, на мой взгляд, наверное, лет 6-7, допустим, вышел на уровень и выиграл. Вот один турнир выиграл, получил призовые, а что дальше? Дальше нужно снова доказывать, снова выигрывать. И это пройти минимум 50 человек примерно в одном уровне играют. Здесь как бы так обстоят дела сложновато. Я не понимаю единственного, почему призовые не меняются столько лет.
То есть я играла чемпионат мира. Первый, который я выиграла, это был 2010 год, и были призовые точно такие же. Прошло 12 лет, да? Угу. Да, 12 лет прошло, ничего не изменилось. Изменилось только то, что теперь 3 чемпионата мира. Хотя и курс другой. И курс другой, да. Но чемпионат мира должен цениться, он должен быть один. То есть в мое там начальное, да, вот так время, он был один, и это просто к нему, я не знаю, как там люди за полгода уже начинали готовиться. А сейчас вот прошло 3. Я бы, например, просто назвала их какими-нибудь, ну, кубками. Названиями. Да, кубками мира, почему нет? Но сам чемпионат мира должен быть один. А то у нас уже, не знаю, там, куда ни посмотри, чемпион мира. Раньше это звание ценилось больше. А такие низкие призовые – это, в первую очередь, косяк федерации? Федерация все равно много делает. Но как ни крути, даже в нынешнее время, да, мы играем достаточно много турниров. Но почему это не выходит как-то на другой уровень, я не знаю. Я все-таки не отношусь... Не функционер. Не функционер, не отношусь к федерации, там не работаю. Там сидят совсем другие люди. Как они это там все решают, распределяют, мне неизвестно. Чего бы хотелось, чтобы какие были призовые? Вот, ну, не то, что в фантазии там миллионы долларов, а ну, понятно, вот чтобы да. это... по-твоему, было как-то адекватно, объективно? Ну, например, первое место на ЧМ. Ну, первое место от миллиона. От миллиона. А у мужчин? Тоже. Я считаю, что почему разделяют мужчин и женщин в разных призовых? Это ну, как? Потому что у них 50 человек играют, как ты сказала, примерно на одном уровне, а у нас 50 но играют всего. Это я так посчитала. Ну, навскидку, да, у нас как бы всего 50. Вот ну, вся и что? Разница. Да нет, я-то тоже поддержала бы, сама бы хоть тренироваться пошла, если бы так было. Я тебе просто даже вот такую историю скажу. Хорошо, ладно, давай сейчас опустим призовые. А когда вот командировочные выдают, и, допустим, суточные выдают мужчинам 1500, а женщинам 500 рублей. Вот у нас так было в свое время в федерации. Я говорю, а мы что, как-то меньше едим, или что, мы не люди? Как птички. А здесь, то есть даже там... У нас такого не разница. Было в Белорусской Федерации с командировочными, даже, такого не даже, было. Даже там вот была такая разница, я это прекрасно помню, очень было смешно на все это смотреть. Ну, как бы я вот все-таки за то, чтобы призовые были хорошие, естественно, но чтобы они были и хорошие и у мужчин, и у женщин. А за какую федерацию ты сейчас выступаешь? На данный момент за Оренбург, вот как за региональную. Угу. А, то есть у тебя была московская, Оренбург, еще какая-нибудь нет, была? Нет, больше не было. Нет, только когда я вот только-только начала играть, я за Мособласть выступала. Понятно. Потом Москва, сколько лет, 10, наверное, или 11. И вот уже 3 года Оренбург. Какую поддержку оказывают вот эти две федерации? Оренбург мне платит зарплату, спонсирует... по турнирам. Ну, спонсировать по турнирам Оренбургу нужно меня только, по сути, на чемпионаты России. Все остальное я как бы езжу за счет Федерации России на международные. Зарплата, которую они тебе платят, ощутима для тебя? Ну, приятно. Когда я жила в Беларуси, у нас ни у кого не было зарплат в русском бильярде, вот в то время, когда я выступала. Вот, но были там другие бонусы у снукеристов и у пулистов. Вот я не знаю, как сейчас обстоят дела здесь в России с этим. Но когда федерации поддерживают спортсменов, и это чувствуется, они там сервиз, как мне однажды подарили за мои успехи. Вот, это, конечно, очень приятно. Не могу у тебя не спросить личную тему. Вот с твоим чемпионским характером, который, понятно, что совсем не подарок. Сказала комплимент сейчас. Ну, я вот не знаю, это как комплимент сейчас воспринять или как оскорбление? Да нет, это как констатация, вообще не окрашивает никак эмоционально. Ну, я, конечно же, шучу. Я никогда не поднимаю тему личной жизни.
Она почему-то очень прекрасно обсуждается в бильярдных без кругах. Тебя. Да, без меня. Если бы я вот не читала и не знала, что обо мне говорят, я бы даже никогда не подумала, что так интересно живу. Вот, поэтому мне даже будет интереснее, если там как-то это поговорят, распишут, обрисуют. Ради бога. А мой вопрос. Как вообще с тобой знакомиться, учитывая твою популярность? То есть вообще боятся как-то подходить или наоборот смело пишут там все, кто попало? Пишут порой настолько смело, что аж страшно. Но когда... Но так вот просто... Ну, подходят там, ну, просят сфотографироваться там. Кто-то просит сыграть партию. Я, в принципе, это никогда не отказываю, так вот, если я нахожусь там в бильярдной. Ну, пишут много всего, как и доброго, так и плохого. Ну, так хочется, когда плохое даже вот пишут, так хочется спросить, ну, скажите мне это лично, я не против. Где, что? Я прекрасно, адекватно понимаю, что для всех ты там мил не будешь. То есть у меня будет как много поклонников, примерно, наверное, такое же количество и негативных персонажей. Но я этому рада. То есть вот когда пишут негатив, даже, ну, о, ну, наконец-то, ну, что-то новенькое. Причем даже когда пишут негатив, там бывают, ну, реально правильные даже вещи. То есть я действительно не отличаюсь спокойным поведением возле стола. Это так и есть. И вот пишут, я такой думаю, блин, да. Вот в следующий раз попытаюсь все-таки доработать этот момент. Вот. Когда пишут добрые вещи, тоже хочется прям играть для людей, показывать. У меня действительно столько много вот хороших фанатов, которые пишут мне, постоянно поддерживают. Это, безусловно, это заряжает такой очень позитивной, доброй энергией. А ты получала какие-нибудь подарки от фанатов, с кем ты лично не знакома? Да, очень много. Что это было? Ну, много всего. И вино, и какие-то такие презенты разные, и одежду, и даже какие-то украшения. Ну, много. И даже кий мне дарили. Мне, да, один человек подарил кий, я его назвала кий этот, Лего. То есть для меня этот кий выглядел, может быть, ты когда-нибудь меня видела в Инстаграме, такой, похож на графитовый. То есть это какие-то части удочки, собранные с четырьмя шафтами. Четыре шафта. Один графитовый шафт, один из этого, вот как в снукере, из ясеня, один из граба и один из какого-то еще дерева. За сколько ты его продала? Давай сразу к делу. Он еще у меня на руках. Хочешь купить? Нет. Ты что там, такое Лего? Ну, знаешь, что самое интересное? Он бьет. Всеми шафтами, ну, этот кий бьет. Здесь на турнике такая теннисная обмотка. Угу. Он собирается как в три части, да. Центр — это вот такая длинная штуковина, такая черная. Я даже не знаю, что это пластик, железо, графит. Я в этом плохо разбираюсь. Но когда я увидела этот кий, я говорю, это кий-трансформер. Это и удочка, и теннисная ракетка. Это снукерный пуловский кий для русского бильярда. То есть, и, наверное, для карамболя, раз четвертый шаф, но я подозреваю, что это, наверное, в карамболь можно играть. И для рыбалки, если леску натянуть, да, и блесну. Да, берешь тоненькую леску, натягиваешь, вот у тебя уже и рыбалка готова. А, еще грузики отдельные. То есть там вот так в турнике разворачиваешь, можешь с разных сторон менять баланс, вес. Еще пушка-бомба. А какие у тебя дальнейшие планы жизненные? Ну, на данный момент, я тебе уже говорила, что по-любому за двумя чемпионатами мира пойду. За лигой тоже буду гнаться, конечно. А пока бильярд не покидаю, но какие могут быть планы? Конечно, семья. То есть я уже все-таки вот, ну, дошла вот в бильярде. В любом случае, думаю, что титулов-то мне в любом случае хватит. Уже играю больше в свое удовольствие. Конечно, мне бы уже хотелось и семью, и своих детей. А когда у тебя будет семья и дети, ты будешь играть, как ты думаешь, именно на турнирах? 100% приду. Мне кажется, буду.
А ты можешь, могла бы еще чем-то заниматься, вот когда закончишь с бильярдом? Мне очень нравится вот так в большой теннис просто вот пойти там на корты. Не для того, чтобы там на турниры, понятно, ездить, а так для себя поиграть. И, конечно, хотелось бы, может, если там все-таки границы как откроют, и попутешествовать еще больше. Я много где была. Вот путешествие по странам для меня самое такое классное. Больше всего люблю. Ди, спасибо тебе большое за это интервью. А я хочу тебе предложить оставить пожелания для юных спортсменов и для зрителей этого канала. Юным спортсменам я хочу пожелать успехов, побольше тренировок, никогда не сомневаться в себе, у вас обязательно все получится, если вы это любите, идти к своим целям и никогда не оглядываться назад. Хочу поблагодарить каждого своего фаната, болельщика. Вас очень много, я вас всех люблю, играю всегда для вас. И смотрите, любите бильярд точно так же, как любим его мы. Всего доброго. Это был «Бильярд по любви», и у нас в гостях была Диана Миронова. Подписывайтесь на этот канал, ставьте пальцы вверх, нажимайте на колокольчик. Я буду вам очень благодарна. И до новых встреч! Дорогие друзья, поддержать этот проект и поучаствовать в создании нового контента вы можете, перейдя по ссылке в описании под этим видео. Оставьте любую комфортную для вас сумму, и следующие выпуски будут выходить чаще. Хочу вам напомнить, что я также являюсь официальным представителем ESB-шоп в Санкт-Петербурге, и вы можете обратиться ко мне по поводу приобретения киев и бильярдного оборудования. Но самое главное, приглашаю вас к себе на тренировки.